Я думаю, что это самое лучшее помещение из тех, которые с сегодняшнего дня мы видели на всех соревнованиях. Очень удобно расположено, достаточно быстро добираемся, и организация на высочайшем уровне. Очень удобно и для спортсменов, и для тренеров. Мы получили официальное приглашение с российской стороны, к которому нам, в принципе, без проблем дали российские визы всем спортсменам, участникам. Так что с этой точки зрения никаких проблем не было. У нас все участники, в принципе, в Америке практически все привитые. И сделав PCR-тест перед вылетом, проблем никаких для прилета не было. А относительно длительного перелета, конечно, определенная сложность есть. Потому что процесса акклиматизации как такового нету. Прямо с корабля на бал. Ну, не первый раз, на то это и спорт. В принципе, можно отметить достаточно большую команду, которая приехала из Ирана. И не первый раз приезжает на соревнования, но достаточно свеженькие. Я думаю, что где-то они года 3-4 как начали ездить. В этот раз, по-моему, у них даже уже кто-то есть в призах, так что ребята очень хорошо выступили. Итальянская команда себя неплохо показала, ребята тоже хорошо выступали, насколько я видел. Это из команд, которые как бы из дальнего зарубежья, Европы, с Азии.